Так, ребят, вот здесь опять монета звенит. Ха-ха-ха! Правда, монета. Царь опять. Ребят, 3 копейки. Круто, какой сохран, а? Ёлы-палы. Блин, ну это чуть-чуть досталось, конечно. Это чуть-чуть досталось. Вот помыть. Помыть аккуратно очень. Ну вот. Опять царь. Да, ребят, вот такой сохран получился. Как будто недавно отчеканили ее. Жалко, что, конечно, немножечко где-то монетка была коцнута. Но, тем не менее, чердачный коп и чердачный сохран заставляют удивляться. Ребят, посмотрите, какая малюсенькая конинка нашлась. Класс. Махонькая, первый раз такую вижу. Маленькую. Ну вот, ребят, еще одна конинка. Вот такая вот. Берем. Шильдик от чего-то. Чего, непонятно. Ну вот, ребят. Уху. Что это я нашел? Один. Не знаю, что это такое вообще. Ребят, вообще не знаю, что я нашел. То ли один полтинник, да, скорее всего, это был один полтинник, его кто-то жестко сгрыз. Ладно, потом рассмотрим. По виду, конечно, банка алюминиевая. Ну уж больно как-то кратко звучит. Буду посмотреть. Вот что-то нашел. Вот она. О, какая штуковина интересная. Какая-то такая вот фигулька любопытная. Какого-то механизма, что ли. На украшение вроде не похоже. Может, от пряжка, скорее всего, половина пряжки от этой. Точно, вот поломана. Слом. Пряжка была. От лошадиной упряжи, скорее всего, какая-то штука. Что, вторая половина, что ли, здесь лежит? Да, точно, вот она. Ну вот, ребят, вторая часть нашлась. Да, это отсюда было. Очевидно, как-то вот так. Сейчас и эту найдем. Остаток. Где он там у нас? А, вот она. Еще обломочек один. Еще один обломок. От всей конструкции. Ну вот. Пазл у нас какой складывается. Интересный. Так, ну-ка посмотрим. Ну вот, все пусто, больше ничего нет. Так, ладно. Убираем все как было. Тут у нас, скорее всего, царь. Да? Нет.
Внимательно. Как у тебя? Ну, еще 3 копейки и какой-то огрызок монетки. Дяка, я конский рекордсмен. А, ну я конинки штуки 3 нашел тоже. Маленьких-маленьких вообще. Еще конинка одна. И вот такой вот жетончик, не знаю чего. Еще жопка от гильзы 28 калибра. Скорее всего 28. Ну-ка. Ого, какой шилд нашел. Тоже интересно. Берем. Вот, ребят, посмотрите, каким количеством алкоголь употреблялся здесь. Как говорится, в малых дозах, безвредно в любых количествах. Зато и выпьем. Ну вот, ребятки, скажем лесенке спасибо за то, что позволила обследовать этот чердак. И остался я не без находок. Блин, чуть не уронил металлика. Еще бы чуть-чуть и уронил бы. Подальше его повесить. Я остался не без находок. И это хорошо. Это просто не может, ребята, не радовать. Так, что там не найдем. Вот, подложка не бита была. Фух. Ну что ж, будем собирать лестницу и вперед. Вот так все легко и просто собирается. Все, лесенка собрана, и мы пошли дальше по своим делам. Ха-ха. Мишаня! Ого, ребята, смотрите, Мишка, какую конину нашел. Ёлы-палы, жалко сломанную. Да, прикольная конятина. Ну что, дальше поедем? Пойдемте, ребят, сходим до вот той баньки. Посмотрим, как она была устроена, что там было. Интересно же все-таки. Да, на гвоздь бы никакой не наступить. Надо нам обзавестись обувью, которая не прокалывается. Хорошие петли какие. Хлеб был, и хлеба нет. Хлеб обвалился. Вот вроде бы. Ну вот, ребят, так выглядела баня. Вот тут лавка, пол цементный. Вот. Раньше земляной, скорее всего, был. Тут была печурка, топили ее. Труба. Вот. Вот такой капец творится. Все дома порушились. На картах они еще живые были, более-менее. Сейчас смотрю, уже все. Уже полы тут повынимали. Приезжают машины. Вырубают, вырезают. Полы достают. Да. Там вон просто гора хлама. Все остальное обвалилось нафиг. Поедем, я думаю, может. Ребят, едем. Где-то нам каким-то козьим тропом едем. Нам где-то до соседней деревни 1,7 километра. До ближайшей заброшки. Будем там проверять, да и надо будет покушать, наверное. Потому что сколько уже можно не кушать, что-то. Мишка уже бунтует, жрать просит. Да?
Да-да, тигру мясо не докладывают. Ну, тигру так он сказал, конечно. Я бы сказал барсуку. Или кабанита за кабаном. Кабан бухлыть пошел с кабанами другими. А? Ну отстань ты, а! Смотри, что она делает. Это брызговики нам бегают. Нет. Лошадь! Лошадь, отстань! Отстань! А, стоит под горячим воздухом. Под вентилятором. Ну ты дурында, отстань ты от нас уже! Отстань! Лошадка, отстань! Отстань от нас. Мы невкусные. У нас больше ничего нету. Ничего у нас нету, ничего. Вот дурында. Куда нам от нее убегать? А так она бегали за нами. Целый день будет бегать. Хорошая, хорошая лошадка. Хорошая. Не надо, она вообще отстанет. Конечно, пол батона умяло, хлеба. Красивая, ой, красивая побежала. Вон она бежит. Смотри, смотри, смотри.
классно, а? Играться хочешь, что ли? Посмотрите. Легаться хочу, говорить. Посмотрите, ну какая я классная. Да класс, смотри, ритузы какие на жопе у нее, да? Ну, белым, видишь, как выглядит? Ребят, ритузы у нее видели на жопе какие? Она там живет, что ли? Нет. Не всего съест, часть оставит. Вон она дорога здесь. Итак, ребят, у нас обеденный привал. Мы заприметили вот эту елочку, она нам очень понравилась. На Новый год ее с собой возьмем, пригласим ее на Новый год. Нет, мы в гости к ней на Новый год придем и нарядим здесь ее. Вот. В общем, кушать будем здесь, а пока готовится наша еда. Сама по себе, да? У нас камерная дуэль, да? Да, пока еда сама по себе готовится, Мишка будет копать. Я что-нибудь найду, какую-нибудь интересную штуку. Лягушка, здравствуй. Три лягушки здесь. Значит, район экологически чистый, можно без респиратора ходить. Потому что Мишка сегодня не оманетился еще. Нормально. Да-да. Ты что будешь, борщ, может? Да, давай по борщу. Я понял. Та-ра-та-та-ра-та. Добрый день. Здорово, живем. Ну что, мешок нашли или два? Да какой-то. Два мистерта. Смотря кого. Понятно. Ну, гаек болтов-то должны под нам брать. Ну, блин, мы их видим. Здравия желаю. Христо. Вон попахать, попробовать. Может, чего в деревне найдете. А, по полям-то? Да. Мы посеяли, ну там травка. А-а. Там ничего страшного. Только лошадь на нас напала. Блин, бывает. Пока полбулки хлеба не сожрала, не отстала. Прикольная такая. Ее зимой не кормят. Да? Как она там без воды? Ну, живет как олени, видать, она так. У нее там, я смотрел, там изба, походу, целая у нее есть, да, там с это, с дровами там. Кто там, что там, смотри, пчел там стоят там этих, на этих, на лесах кули стоят. Там дедушка жил, я не знаю, он с каких времен, блин, там дед. А этой зимой, видать, не рассчитал, ну, как сказать, и шел, ноги отморозил. Да ты что? Пальцы ему отрезали, вот столько что. Ему 75 лет. Охренеть. И вот он пчел, он, видно, возил куда-то, у него эти козлы, бараны там, ну, такая вся фигня. И вот ему ребята привозят еще, он как бы лето смотрел, а лошадь его, ну, понятно, что... Он... А его самого там нету, что ли? А там еще у них смотрит какой-то парень. Потому что мы по деревне прокатились, никого нету, это самое. Мы хоть хотели там с кем пообщаться, там, иначе что-нибудь снять. Ну, ездим мы. Да, у нас канал на ютубе, мы снимаем тут коп, там, охоту, рыбалку, короче. Вот. Остановились пожевать. А эти деревни жилые? Нет.
Нет, две. Заброшены же, да? Да, да, заброшены. Ну, видишь, трава поднялась уже, там особо не ходить. А, чердаки смотрим, там, в заброшках, в домах. Блин, ну так посмотреть можно. Но здесь уже вы тысячные или десятитысячные. Ты знаешь, вот тысячные, десятитысячные, да. А на чердак вообще ушатанного дома, вот никогда бы не подумал. А как вы залезаете туда? Там, блядь, ну, с лестницы специально, все. Потому что у меня сынок пошел там шнорить, как бы комар. Ну, смотри, какой сохран монет. Неплохо. На чердаке. Вот еще одна. Две копейки. Третий год. Класс. Тоже вот битый-перебитый вроде бы, а залез чердак вообще не тронутый. Да, то есть столько это... всякого барахла этого мелкого, интересно. Там, это самое, вплоть до... Это опять там полезло. Угу. Серебро так... плавлено. Да? Кстати, видать, а видишь, нет, эти, вот нашел там же этот, это полтинник серебряный, то советский. То ли снаружи срубили, сделали. Это, пульс. Видать, их рубили и переплавили на колечки или еще на что-то, а это вот нашел вот самое. А плавыши такие же на чердаке. Он там он был, он там у меня вспахано, а как бы земля моя, там вот три дома было. Угу. Там вот можно походить. Может, что и найдете. Потому что здесь этот ну, папаш не можно было. Вельму сходил. Пойтись. Я первый год пахал лет 7 назад. Угу. Он когда пришел, сразу 20 годов. Врет ли, ну, нет ли, я не спрашивал. Не, там, может быть такое. Это самое, что сейчас такие. Поставлю кипятиться, а поболтаем. Здесь это вспасано. То есть это, считай, все усадьбы, сараи здесь. Ну, было такое, угу, дело. То есть можно фактически, может, что-то и попадется. Такая фигня. Это железо много. Ну, видно. Ну, нас различает же он. Я, блин, это... Меня друган звал, поделать. Я говорю, нет, у меня терпения не хватает. Нет, ну, ты знаешь, как этот, блин, этот что-нибудь вынешь оттуда. А, проезжали. Вот там было, там три дома стоит. А только два сложилось, и вот один там уже такая, чердак уехал, вот на нем я монеты поднял на чердаке. Забрался. Думаю, ну блин, ну ушатанный вообще уже весь, ну, все вынесено, что можно было из дома. А видишь, на чердак залез, чердак не тронут вообще. И серебро вот там нашел, это все. Смотрим, это фотографий много попадается, пить. Ну что, 2-3, все это сгниет, пропадет вообще. Да все пропадет, все. Конечно. Пусть лучше, может, кому-то достанется, у, но кого-то будет это. Все же брошенное стоит. Да, если бы можно было, уже бы за первые 10 лет бы все повышибали. А сейчас он по деревням ходишь, вот лежал на монете гвоздь железный. Вот он сколько лет лежал. Сейчас в этом году он сгнил, ты ходишь, уже только монету видишь, все, уже не металл, а монета, и достаешь ее. Или земля выдавливает тоже наверх постоянно. Не, земля, что-то, да, земля, да. Поднимает. Камни же поднимает, все поднимает это. Ну, походим. Хотя, сейчас, во всяком случае, может, монетки найдете, и то хорошо. Ну, а мы, в общем-то, а мы в основном монеты ищем. Да. По старине. Давайте, удачи вам. Все, как зовут-то? Серега. Серега, меня Гера зовут, Мишка. Канал Герасим Шерп. На Ютубе. Кстати, себя увидишь. Не, я не в автобусе. У меня земля здесь. Ну, а, так, по-честному. Вот это моя купленная. Я дедовские паи. Понятно, собрал? Да, собрал. Сейчас хочу здесь пасеку развести. Ладно, удачи, ребят. Все, на связи, если что. Счастливо. Так, ну что, народ, все, мы приготовили еду. Будем есть. У меня ароматный какой-то супчик. Ребята, это ароматный борщ. 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 Вот, ребят, вот такой вот дом. Внутри уже Арис. Все развалилось, обвалилось. Надо взять 360 камеру, конечно, поснимать. Оп, лесенка убежала. Лесенка убежала. Через тот вход я не пойду. Потому что уж больно он какой-то. Грустный. На чердак выход тут. Вот он у нас чердак. Заберусь я на него здесь вот. По этой. По вот этой вот штуке. Сейчас здесь проверим, что тут есть. Повесился кто-то.
Ну, рояль. Рояль, куда ж без него-то? Без рояла-то. Коньяк и прочий арманьяк. Больно уж. Новый дом-то выглядит. Ребят, это что такое? О, амаретто. Амаретто. Круто. Даже амаретто было. Ну что, попробуем подняться наверх. Давайте. Что тут? Чемодане. Чемодане мышь. Повесилась. Мышка повесилась. Ух ты, блин, ребят. Ух ты, блин. Доски-то тут уже не держат. Доски-то тут уже не держат. Надо что-то подставлять под опору лестницы. Вот такие досочки подложим. Ёлки-палки. Жалко. Жалко, так же и навернуться можно. Навернуться у нас планы не входит вообще никак. Вроде держится. Вроде держится. Шикарная лесенка, я вам скажу. Лесенка просто, ребят, шикарная. Итак, народ, все, меня выбросили десантным на поле. Говорит, иди, говорит, Мишка, в поле. И без урожая не возвращайся. Ну вот, пойду помахаю себе на урожай, может, что намахаю. Так, ого. Манитос какой-то. Звенел как советно. Вот посмотрим, что это такое. Да, какая-то советно, ребят. Копейка на. Убитый как алик. Ну что, Мишенька? Советино. Так, ну что ж, вот и первый урожай. А тут у нас уже дыры. Да? Тут у нас уже дыры. Тут у нас грустно. Тут у нас уже грустно, ребят. Хотя вроде ничего. Ходить можно, если аккуратно. Еще подстраховаться за что-нибудь. Угу. Ну что ж, вот первая находочка. Какой-то брошки что-то. Ребят, это был когда-то фонарик. Так вот, ребят, ничего нету на этом чердаке.
То ли почистил кто-то его, то ли хозяева жадюги. А у меня супер лестница есть. Фу, это круто. Спасибо тебе, лестница. Блин. Без тебя было бы грустно. Честно тебе говорю. Все, ребят, ничего тут нету. Путево. Нифига, лоси то что ли съели. Опа. Василий, а у тебя как? Находок никак, а просто руки заняты были. Выхожу из дома, иду в следующий. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.